Сегодня необычный день, понедельник. Решил поставить на учет корвет, пока он еще не разобран. Вот интересно, что мне сейчас скажут вообще, проканает. Такая история, как будто это машина, или все-таки это уже корч. Ну, посмотрим, что с этой затеей получится. Будем надеяться, что все срастет. Hey, what's up, everybody? The Timofey Kosharny bring his Corvette again because he has a problem with a misfire in the, I guess, the first cylinder, and we find the problem. Итак, все отдано. Вот это как раз склад, откуда все отправляется. Вот много интересной техники здесь еще, помимо Пантиака. В общем, короче, все, мы мои. Идешь такой, короче, вдруг бац. Колесо от Макларена без палева, короче, с диском, с тормозами. На всякий случай. Смотри, шоу. А, и шоу. Главное, бампер не поцарапать. То можно бампер поцарапать. Бампер больше всего будет. Да. Ну, так вот и помчали. Так, сегодня еще у нас движение, это Charger. Charger, который едет краситься. И, конечно же, очень хорошая новость еще на сегодня. На канале вышел новый видос, так что ссылочка присутствует. Переходите, смотрите. И всем хорошего вторника.